Чесночная паста. Два варианта. Это вот с куркумой, с зеленью, слабо взбитая. Несколько чесночин. Штук 5 зубчиков. Немножко зелени, пучок. Куркумы насыпали. Чуть-чуть маслица налили. Взбили тщательно в блендере. Все на глаз. Это вот паста такая чесночная. А эта паста, тут побольше просто чеснока, много его. Тут пара вот таких вот головок. Замочили в воде на ночь, чтобы легче чистить. Начистили, положили в емкость блендера, добавили полстакана масла. Мы добавили льняное, можно другое какое-то. Подсолили слегка. И взбили тщательно, в пасту превратили. Здесь вот на более мощном просто блендере сделано белое. Вот такая густая получилась. Разные варианты делают. И сыром делают, и с орехами можно, с фасолью. Получается такая термоядерная паста. Прям специи разные можно добавить. Вот намазываем на хлебцы. Вкуснятина, полезнятина. Это антибиотик. Натуральный, природный, противовирусный, противо всяко квартирусный. В общем, очень актуально поедать такую пасту. Сейчас ее накроем крышечкой в холодильничек и будем употреблять. Вот два рецепта чесночной пасты с куркумой и просто чесночная, очень термоядерная. Можно послабее сделать. Если, например, с сыром сделать, это будет послабее, нежнее вариант.